Поднимите руку. Так, полно. Так, вот здесь у нас самый смелый, я смотрю, да? Ну, давайте поаплодируем все вместе, прошу вас. Так, ну, не зря мы вас ждали. Выходите к нам. Нет, а вы тоже. Так, еще есть самый смелый у нас? Так, пожалуйста, аплодисменты, прошу вас. Ну, давайте представляться. Меня зовут Вадим. Так, Вадим и... Людмила. Людмила, очень приятно. А, Вадим и Людмила, все дело в том, что вам прямо сейчас предстоит набрать себе команду. А, пожалуйста, отказываться нельзя. Давайте прямо вот, ну, понятно, что мы пока еще не познакомились друг с другом, но это ничего страшного. А, давайте наберем себе команду. Вот чем больше, тем лучше. Прямо вот человек по 10, чтобы было. Пожалуйста, ну, вот, будет желание больше, значит, больше будем, понятно, что... Так, пожалуйста, ну, давайте прямо вот эта сторона сюда, к Вадиму, эта сторона к Людмиле, да? Итак, пожалуйста, выходим, проходим, прошу, пожалуйста. И здесь тоже, пожалуйста, приглашаем. Так, пожалуйста, к Вадиму все. К Вадиму и к Людмиле. Так, пожалуйста. Так, прошу сюда. Так, пожалуйста. Так, все-таки к Вадиму, вот так вот. Ну, чтобы соперниками быть, да? Молодцы. Ну что ж, таким образом у нас с вами сформировалась команда. Прямо сейчас, ровно за одну минуту, команде предстоит придумать название и девиз. Ну, давайте так, так как вот сегодня нас пригласила компания «Мегафлот», давайте, чтобы вот в девизе также было слово «Мегафлот». Ну, или «Мегафлот», или «Навигация». Вот сегодня у нас открытая навигация. Соответственно, тема речная или мореходная. Итак, пожалуйста, название и девиз. Ровно одна минута. Поехали! Так, Людмила, руководи, пожалуйста. Итак, стоп, музыка. Так, ну, команда, надеюсь, готовы. Так, пожалуйста, ну, давайте первым у нас будет команда Вадима. Они так побыстрее сгруппировались немножко. Итак, пожалуйста, ваша команда называется? Поплавок. Команда Поплавок. И ваш девиз? Мегафлот вперед зовет. Мегафлот вперед зовет. Аплодисменты, прошу, дайте друг друга аплодировать. Молодцы. Так, команда Поплавок. Ну, а теперь Людмила. Людмила, ваша команда как называется? Замечательное название. Ну что ж. Команда «Москвичи», аплодисменты. Если с нами «Мегафлот», на реке всегда везет. Аплодисменты были, а? Говорить не придумали. Так, команда «Москвичи», команда «Поплавок». Ну что же, прямо сейчас я подвергну вас первому непростому испытанию. Так, а вы идите к нам, пожалуйста. Конечно. Давайте уж слышали москвичи, давайте лучше кораблик, что ли. Команду кораблик, тогда идите в эту команду. Так, я попрошу сейчас, давайте сделаем 5 шагов назад, вот туда, назад, пожалуйста. Встаем друг за другом, капитаны первые у нас, ну давайте паровозиком вот так вот, друг за другом встаем, ко мне лицо, капитан у нас первый. Ну что ж, прямо сейчас. Так, самый маленький у нас участвует? Нет? Будет аплодировать громче. Давай будешь в жюри. Хорошо? Как зовут тебя? Илья, будешь в жюри, наблюдаешь за правильностью конкурса. Хорошо? Вот этого. А во втором будешь сам участвовать. Хорошо? Тут просто первый у нас для взрослых только. Обратите внимание перед тем, что находится перед вами. Вот это снаряды. Значит, ну, сами понимаете, что за снаряды. И вам предстоит, слушайте внимательно, один подбегает, выбивает, убегает, становится хвост команды. Второй подбегает, закусывает, вот здесь на блюдце орешки, убегает, становится хвост команды.
Третий подбегает, опять выпивает, убегает, становится хвост команды. Четвертый подбегает, закусывает, убегает, становится хвост команды. Понятно. Да. А тогда... Нет, такого не может быть. Тогда вообще все не пьющие? А это алкоголь? Ну, почти. Нет, не алкоголь. Так, тогда давайте, тогда вы кого-нибудь не пьющих сюда, а вы кого-нибудь... Через одного стоит. Нет, часть сюда, часть будет закусывать, а часть будет выпивать. Да, закусывай, да. Давайте через одного встанем, давайте вот так, через одного. Давайте поменяемся командами, это будет еще интереснее. Пожалуйста. Пожалуйста, прошу. Итак, пожалуйста, давайте сюда, а вы сюда. Давайте прямо вот через одного. Да нет, А, хорошо, договорились, но там есть и пьющие. Итак, ну что же, готовы? Ровно одна минута. Итак, ну что же, музыка пошла? Да, оставляем, убегаем, становимся хвост команды. Второй подбегает, запустим, поехали, быстрее. Так. Так, закусываем. Так, выпиваем. Так, есть. Да. Ура! Так, выпиваем. Так, быстрее. Так, здесь закусываем, выпиваем. Так. Выпиваем. Так, остается 30 секунд. Кто же первый? Быстрее. Выпиваем. Так. Пока не делает команда кораблик. Но команда по головам еще все впереди. Итак, выпиваем. Остается 20 секунд. Быстрее. Так, выпиваем. Вот, да. Вот, думаю, это так. Выпиваем здесь или закусываем. Так, Дима, выпиваем. Остается 15 секунд. Закусываем. Остается 10 секунд. Быстрее, выпиваем. Так. Выпиваем. Так, команда поплавок сейчас, по-моему, догонит. Так. Остается 5 секунд. Быстрее, тоже. Выпиваем. Так. Стоп. Итак, уважаемые друзья, ну что ж, давайте, во-первых, поаплодируем друг другу. Ну, вы знаете, не такая уж и не пьющая команда поплавок оказалась. Так, ну, вы знаете, кстати говоря, с небольшим отрывом в этом конкурсе побеждает команда «Корабли». Ура! Ну, по понятным причинам. Так. Ну что ж, уважаемые друзья, ну а сейчас я попрошу вас подойти ко мне чуть поближе. Давайте встанем друг напротив друга. Вот так вот, все вместе, пожалуйста. Пожалуйста, в ряд, вот так, друг напротив друга. А, все дело в том, что следующее наше испытание с вами будет танцевальным. Вам предстоит показать мастер-класс по исполнению тех или иных танцев народов мира. Давайте вот чуть-чуть, два шага сюда. А, то есть одна команда показывает, а другая команда в точности повторяет, как вам показывают. Итак, ну что ж, первыми у нас будет показывать проигравшая команда. Это команда поплавок. Вам предстоит показать мастер-класс по исполнению танца «Цыганка с выходом». Это кто? Ну что, готовы? Все, конечно, сразу. Так, не умеем цыганку. А ламбаду умеем? Нет, цыганку, давайте цыганку, договорились. Как умеем? Вы тоже сказали, что вы не пьете, а вам какие оказались. Итак, поехали! А команда «Корабль» в
Итак, ну что же, молодцы, молодцы. Так, пока у всех хорошо получается. Итак, аплодируем. Ну что же, молодцы, молодцы, молодцы. Стоп, музыка, спасибо. Ну, как вы считаете, по-моему, команда «Поплавок» замечательно справилась со своей задачей, да? Тогда аплодируем друг другу, а команда «Кораблик» замечательно усвоили, как танцуется этот танец. Ну, а сейчас, да, кстати говоря, забыл отметить, да, аплодисменты Светлане, прошу вас. Так. Ну что же, забыл отметить, что победителей мы с вами будем выявлять по вашим аплодисментам. В чьи адрес прозвучат более громкие продолжительные аплодисменты, так команда и победитель. Ну а сейчас показывает мастер-класс по исполнению танцев команда... Нет, стоп. Команда «Кораблик». Готовы? Вам предстоит танцевать самый веселый, самый зажигательный танец рок-н-ролл. Готовы? Ну что же, поехали. А команда «Поплавок» повторяет. Справились со своей задачей, но а сейчас самое интересное, кто же у нас был победителем. Итак, прямо сейчас за каждую из команд мы с вами поаплодируем, и в чьи адрес прозвучат более громкие продолжительные аплодисменты, та команда и победитель. Да, но здесь есть условия, команда сама за себя не аплодирует, но можно аплодировать за команду соперников. Итак, первыми у нас выступала команда «Поплавок», это был танец «Цыганка с выходом», аплодисменты. Вторыми у нас выступала команда «Кораблик». Это был танец рок-н-ролл. Аплодисменты! Уважаемые друзья, вы знаете, вот, на мой взгляд, вот и там были хорошие аплодисменты. Вы согласны со мной? Да. Вот, поэтому, ну, что хотел сказать. Первое место в этом конкурсе мы присуждаем обеим командам. Ура! Потому что обе команды хорошо старались. Но, так как самой пьющей командой у нас оказалась команда «Кораблик», поэтому в нашем испытании побеждает сегодня команда «Кораблик». Ура! Ну что, уважаемые друзья, минуту. И пока не расходимся. Итак, уважаемые друзья, ну что же, прямо сейчас призы за первые места. Минуту. Так, подождите. Так, призы за первые места. Тут такое приспособление специальное. Спасибо. Вам. Так, ну что же, уважаемые друзья, пепла. Так, но без призов мы сегодня никого на самом деле не оставим.
Но, уважаемые друзья, также у нас есть утешительный призыв для обеих команд. Пожалуйста, и каждому из присутствующих мы сегодня от компании «Мегафлот» вот такой замечательный подарок. Бесплатный билет на нашу прогулку, которая состоится 30 апреля. Будем всех вас очень рады видеть на нашем теплоходе. Пожалуйста. Итак, пожалуйста. Итак, мы всех приглашаем, пожалуйста, компания «Мегафлот», всех приглашаем на нашу замечательную... На нашу замечательную прогулку, пожалуйста. Так, и самому маленькому еще тоже нужно билетик дать, да? Да, да, да. Он у нас больше всех болел, за всех старался, правда? Молодец. Конечно, это в следующую пятницу. Давайте скажем... Итак, уважаемые друзья, ну что, жаль, минуту. А также хотелось бы вам напомнить, что компания «Мегафлот» приглашает всех на наш замечательный теплоход для проведения торжественных вечеров, юбилеев, корпоративов, свадеб. Пожалуйста, можно для более подробной информации обращаться ко мне или вот на барную стойку. Меня зовут Сергей. Я представился с самого начала. Да? Ну, еще раз, ничего страшного. Уважаемые друзья, ну а сейчас последний момент, я вас немножко помучаю. Ну а сейчас давайте с вами организуем один большой общий круг и возьмемся за руки. Пожалуйста, за плечи, прошу прощения, за плечи. Я думаю, что, конечно, многие уже... Дима, присоединяйся, пожалуйста. Многие догадались, о чем идет речь. Это греческий народный танец «Сертакис». Абсолютно верно. Поехали. Я не могу.